fighter from the blue corner, Денис Порошко! И вот тут у нас начинается следующий поединок по ММА между Денисом Порошковым и Андреем Сколышем. Добро пожаловать в синий угол, Денис Порошков. Это для него уже второй бой. В первом бою он своим одержал победу, поэтому у него профессиональный рекорд 1-0. А противостоять ему будет Андрей Сколыш, который уже был участником наших турниров. Увы, он в первом бою профессиональном одержал победу, потом у него был путь в Contender Series. И выиграв Contender Series, он опять возвращается на большой октагон в главные бои BFC. И он сегодня будет противостоять Денису Порошкову и пытаться вернуть себе одну победу в актив занести. Получится ли у Андрея Сколыша это сделать? Как ты думаешь? Я думаю, что он вполне способен поправить свой рекорд сегодня. Но соперник достойный, соперник ему равный. И я думаю, что у нас опять же это интересный бой. Как ты и говорил, Сколыш нам уже известен по выступлениям. Да. Он у нас дрался с Айдемиром Казбековым, который сегодня дерется у нас за пояс. А вот и Андрей Сколыш, о котором мы с тобой говорили, выходит с хорошей поддержкой своих секундантов, которые будут его поддерживать, переживать. Возможно, кто-то из них был даже его спарринг-партнером. Красаки, да. В углу Сколыша находится наш матчмейкер по контендеру Валентин Лайхтер. Такой Дана Уайт Contender Series BFC, да? Правильно продвигает своих бойцов, которые показывают хороший уровень. Главное турниры BFC, да? На самом деле Валентин проделывает очень большую работу. И очень много ребят уже из контендера выступило в основных турнирах. Тот же его подопечный, я бы сказал, это скорее всего даже Артем Бабашко, это его подопечный, которого он вел и привел, как говорится, к известности. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 178 centimeters tall. He's a special weight. 65 kilos, 21 years old. He has one win and zero losses. Денис Порошков! And his opponent from the red corner. He's 173 centimeters tall. He's a special weight. 65 kilos. 21 years old. He has 1 win and 3 losses. Андрей Сколыш! Бойцы сидим. Парни, работаем 3 раунда по 5 минут. Кажется, красивый и честный бой. По углам. Уже совсем скоро и будет начало нашего второго поединка по ММА на BFC 61. Я надеюсь, он будет таким же бескомпромиссным, как был первый бой. Я уверен. Ребята готовы? Бой, говорит рефери, и начинается первый раунд. В интересном стиле начинает Порошков. Хороший, смотри, пробивает мидл. Разворот попытался пробить. Очень открыто так работает Порошков. Сколыш пособраннее. Да, пока присматривается, не отвечаю. Я думаю, что ребята будут делать акцент на стойку оба. Будут драться в стойку. Ну смотри. Забирает спину, сейчас пробует. Смотри, заправляет эту ногу. Сейчас будет стараться заправить вторую ногу Андрей. Со стойки заправляет ногу, да, это хорошо. И переводит вниз.
Но ищет будет, удушающий. Надо стараться заправлять вторую ногу и пытаться задушить соперника. Надо держать кисти, не давать работать Сколышу Порошкову, Денису. Потому что он и пытается делать, в принципе. Опять же, нам с тобой не видно, как там обстоят дела с захватом. Ну, пытается вторую ногу заправить Андрей. Пока у него это не получается, не дает ему этого Денис. Ну, накатил на него просто Порошков. Пытается, сейчас смотри, он вставал на ноги, пытался сбросить с Андрея. Ну, Андрей так плотненько заправил одну ногу. Сейчас смотри, он будет закрывать спину, пытаться. Вот, то, вот что этим он и делает, да. Пытается закрыть сзади. Закрывает спину. Все, смотри. А треугольник Андрей, очень тяжело. Андрей забирает ли шею, но пытается забрать шею. Растягивает, да, все, да, сдача, все. Удушающий. Выигрывает, досрочно одерживает победу Андрей Сколыш. Второй бой, второе удушение. Интересно. Ты танцовывает после победы, да, видно, доволен своей работой. Конечно, доволен, да. Выполнил на свистом, молодец, поздравляем Андрея. Here, ladies and gentlemen, in this fight, winner by submission, Андрей Сколыш! И тут победный танец. Да, поздравляем Андрея Сколыша с победой. Теперь у него профессиональный рекорд 2-3. И послушаем интервью. Андрей, я тебя поздравляю с этой победой. Она быстрая, очень быстрая. Достаточно техничная. А так ли ты хотел провести бой? Congratulations, Andrew, with this very fast technical victory. What was your plan for this fight? Да, бой хотел провести в такой манере, закончить бой довольно удушающим. То есть потихоньку подвигались, раскидались, посмотрел, что себя соперник свой показывает. Ну что? So, my plan was like that. I want to start in an aggressive manner. And then to finish him by submission. That's what you have seen. Слушай, ну, если такой был план, и ты его выполнил на 100%, я тебя поздравляю. Я уверен, что скоро мы здесь увидимся. Есть возможность поблагодарить своих тренеров. Congratulations with the embodiment of your plan, and I'm pretty sure that we will meet soon. So now you have an opportunity to thank your coaches. Хотел поблагодарить всех, кто за меня болеет, родственников, друзей, близких. Также хотел поблагодарить весь состав клуба «Гродный регион» за помощь в подготовке к бою. I want to thank all my supporters and first of all to thank my club «Гродный регион». Ну все, победный танец. Victory dance.